Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Gurudam, Granthadam, Gurudam, Granthadam, Намодам, Дхамодам, Муда, Бхактидам, Бхуридам, Банде, Бхакти, Винадакам, Сада. Гурудам, Гранthадам, Намодам, Дхамодам, Намодам, Дхамодам, Муда, Бхактидам, Бхуридам, Банде, Бхакти, Винадакам, Сада. Гаурия Гошипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад. Гауди Гошипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что Шрила Бхактивинода Тхакур, он дал нам все. Все сокровище, которое мы видим в Гауди Матхе, его Вани Вайбав. Все сокровище, которое мы видим сейчас в Гауди Матхе, все это дано Шрилой Бхактивинодом Такуром. И Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад говорит, что Бхактивинода Такур, он дал нам все. Все, что мы должны делать под руководством Гуру и Вайшнавов, мы должны следовать этому, практиковать тому учению, которое они нам дали, и так постепенно мы будем развиваться и возвышаться. Это зовется Абьяс-йога под руководством чистых гуру и вайшнавов. Если мы практикуем это, и вот под руководством вот Шрила Бхактивинода Тхакур, он дал нам все. И мы можем сказать, что Гауди Матх, он не отличен от Бхактивинода Тхакура. И то, что говорит Шрила Бхактивинода Тхакура, мы можем найти все в грантхах, в писаниях Госвами. Но у нас нет такой способности изучать писания Госвами. Мы не настолько сильны в интеллектуальном плане, чтобы читать эти огромные тома книг. И даже если мы будем сами изучать различные писания, то велика вероятность их понять неправильно, поскольку иногда находятся какие-то внешние противоречия между писаниями и то, что говорят ачарьи, но это из-за того, что из-за неправильного понимания только. И вот есть такая шлока про Госвами. И вот в этой шлоке говорится, что Госвами, они спахтали огромный океан писаний. И Шрила Бхактивинода Тхакур, он седьмой Госвами. И вот эти Госвами, они изучили весь этот океан писаний, и они извлекли суть, буквально сливки, как сливки с молока собирают, так и эти Госвами, они извлекли суть из всех писаний и представили эту суть нам. А Шрила Бхактивинода Тхакур, он еще больше, он еще больше представил такое знание в более концентрированном виде. Он говорит, что шаранагати – это суть всей жизни. И Шрила Прабхупад говорит вот такие слова, что если у нас есть жизнь прана, то тогда мы должны проповедовать, иначе не стоит идти на проповедь. А что значит жизнь? Жизнь значит энтузиазм, это
И вот Шрила Прабхупад говорит такие слова: если у нас есть жизнь Шаранагати, и под жизнью имеется в виду Шаранагати, Бхакти, милость Сварупшакти, то только тогда мы можем проповедовать должным образом. В читании Чайтамрите говорится, мы не можем вложить бхакти в сердца каких-то обусловленных душ. Если у нас у самих нет бхакти, если у нас есть жизнь бхакти, то тогда мы можем дать это бхакти кому-то. Мы должны запомнить это навсегда, что седьмой Госвами, это Шрила Сачитананда Бхактивинода Тхакур, он был первый, кто проповедовал Гауди Даршан, учение Шри Чайтанья Махапрабху на различных языках, иностранцам и прочим, на хинди, на английском, на санскрите, на урду. Он знал много языков и писал книги, и проповедовал на всех этих языках. Мы должны помнить, что Шрила Бхактивинода Тхакур, он первая личность, кто начал проповедовать учение Шри Гауранги Махапрабху среди иностранцам и всем остальным на различных языках. И мы находимся в вечной благодарности Шрили Бхактивинода Тхакуру, и мы не можем отплатить этот долг. Как в Ведах говорится, что мы должны делать что-то хорошее для отца и для матери, чтобы отблагодарить их за то, что они дали нам рождение. Можно отдать этим, как сказать, эти долги за то, что они нас родили. Это, но полностью отдать долг за то, что родителям, которые нас родили, воспитали, только совершая Кришна Бхакти, можно. И если мы будем совершать настоящее Бхакти, то никаких обязанностей остальных в нашей жизни уже не останется. О Шрили Бхактивинода Тхакуре. Я начал с одной шлоки, она очень важна. И что Бхактивинода Тхакур, он дал нам все. Он дал нам гуру, садгуру, Шрилу Прабхупаду. Это джагат-гуру. Это он явился по милости Шрилы Бхактивинода Тхакура. И вот гуру дан, гранха дан. Шрила Бхактивинода Тхакур, он дал нам не только гуру, который может показать путь всему миру. И Шрила Прабхупад, он может показать путь всему миру. Он подобно прожектору, который освещает путь. Он показывает, куда нам идти, чтобы достичь наивысшей цели. Поскольку какие-то люди советуют и туда, и сюда, и различные другие пути, но Шрила Прабхупад, он четко нам указывает путь. Шрила Бхактивинода Тхакур, он очень важен на нашем пути. Если мы потеряем веру в него, то мы пойдем с духовного пути. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит все согласно Писаниям. Если даже мы начнем сомневаться в словах Шрилы Бхактивинода Тхакура, то это станет причиной нашего падения. Шрила Бхактивинода Тхакур, по его милости мы обрели джагат-гуру Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати. На самом деле Шрила Прабхупад говорит, что Бхактивинода Тхакур дал нам все. И Бхактивинода Тхакур, он не только дал все учение, но также это учение в практической форме, в форме Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати.
and different places. И вот он проповедовал в различных обществах, но все же мы можем сказать, что Шрила Бхактивинода Тхакур хотел воплотить все учения Госвами и учения Шри Чайтаньи Махапрабху в практической форме, и это получилось у него. Шрила Прабхупада — это олицетворение учения всех Госвами и Шри Чайтаньи Махапрабху в практической форме. И мы можем сказать четко, что Гаудия Матха, он не отличен от Шрилы Бхактивинода Тхакура и Шрилы Прабхупады. И вот Намадам Гуранам и тот путь, как что мы должны делать перед тем, как совершать Харинам. Харинам Чинтамани кто написал? Не все следуют этому. Харинам Чинтамани там описывается как о славе святого имени. Баджан Рахаси тоже описывается процедура совершения баджана в Джайвадхарме, также в Чайтанья Шикшамрите, в Махапрабху Шикше. И в то время было такое правило во времена Шрилы Прабхупады, но сейчас, к сожалению, многие не следуют этому. А во времена Шрилы Прабхупады такая система была, что кто-то, если приходил в Гауди Матх, ему нужно было изучать, читать Шаранагати Киртаны. А сейчас многие думают, что это какие-то простые вещи, но если мы за всю жизнь не разовьем Шаранагати, как мы можем обучить этому Шаранагати, самопреданию наших последователей? Шаранагати — это основа баджана. Я знаю, когда я был мал, в Бхакт-базар Гаудия миссии там этому следовали, сейчас, к сожалению, уже нет. И вот в то время киртаны пели 4 раза в день, утром перед арати. Потом после, потом арати киртаны идут, но это не считается, потом после арати киртаны. Потом около 11 часов киртаны пели, и 4 и 7, даже не 4 раза, а больше. И, а если какие-то новые преданные приходили, то была такова система, что им нужно было запомнить как минимум 2 киртана, каждый день запомнить, выучить точнее, новые киртаны из сборника Шаранагати. И в то же время нужно совершать севу, не только киртаны запоминать. Нужно запоминать, петь киртаны и совершать севу. И по милости Гуруваги все они... Все преданные не запоминали киртаны. Я вот как был маленький, ходил в Бхакт-базар Гауди Матхи, и там я дружил с одним преданным, и он... наизусть помнил все киртаны из этого сборника Шаранагати. И вот была такая система. Сейчас, к сожалению, память у нас плохая, и мы не помним. Но смотрите, если Шаранагати, если мы осознаем то, что описывается в этих киртанах Шаранагати Шрилы Бхактивинода Тхакура, то тогда вы никогда не сойдете с пути баджана. Вначале всего мы должны изучать, петь эти киртаны Шаранагати. Мы должны плакать и петь эти киртаны, как Наротам Тхакур, он плакал и совершал киртаны. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что все наши действия,
они должны совершаться для полного удовлетворения Санкиртана Питы, отца Санкиртаны, Шри Чайтаньи Махапрабху. Все наши мысли, то, что мы едим, спим, думаем, говорим, все, что мы делаем, все должно быть, все должно совершаться ради Шри Чайтаньи Махапрабху. Не просто для нашего удовлетворения, а для радости Верховного Господа. Мы хотим воплотить в жизнь желание нашей Гурваги. Наша жизнь должна быть успешна под руководством Шрилы Прабхупады. Мы хотим посвятить свою жизнь Шриле Бхактивинода Тхакур и Шриле Прабхупаде. Мы хотим практически воплотить в жизнь все их учение и увидеть, что из этого получится. Мы хотим исполнить желание нашей Гурваги. И вот так, когда мы это сможем сделать, то мы увидим, что наша жизнь увенчается успехом. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, он первая личность, кто начал проповедовать Гаудия Даршан, учение Шри Гауранги Махапрабху среди иностранцев и всем остальным. Если мы будем изучать писание Шрила Бхактивинода Тхакура, то можно восхититься красотой и простотой его языка. Даже вот взять английский, очень просто и доступно он объясняет. Это еще 150 лет назад, а сейчас мы говорим на современном английском. Про санскрит там нельзя сказать, что мы на современном санскрите говорим, поскольку он не меняется. И Бенгали тоже, он какой был, такой остался практически. Он Бенгали от санскрита произошел. То есть Бенгали, он очень близок к санскриту. Хинди тоже близок к санскриту. Шрила Бхактивинода Тхакур, он также говорил на урду, на хинди, и он проповедовал, писал книги на этих языках, и мы должны помнить. Вначале всего Шрила Бхактивинода Тхакур, он дал нам гуру, грант, намо. Вот в этой шлоке описывается его дары. Шрила Бхактивинода Тхакур дал нам Гурудева, Джагадгуру, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами. Книги он написал, множество книг. Шрила Бхактивинода Тхакур, он работал губернатором. Но если мы будем изучать жизнь Шрилы Бхактивинода Тхакура, можно восхититься, как он вел свою жизнь. Даже если у него был обеденный перерыв на работе, он в это время он писал книги, он писал киртаны в своем офисе. Он делал все для блага нас, обусловленных душ. На его примере можно видеть, как использовать каждую часть секунды в бхакти. Можем изучить это от Шрилы Бхактивинода Тхакура и Шрилы Прабхупады. Это тяжело найти преданных, которые будут жизнь подобной жизнью. Они всю жизнь не отдыхали, они все время занимали в служении. И вот и благодаря этому сейчас множество книг
нас есть. Если мы будем изучать книги Госвами, мы далеко не факт, что мы поймем то, что там описывается. Там очень запутанным языком. Если будем читать Карма Сандарбху, там очень сложно все объясняется. Но если мы будем изучать писание Шрилы Бхактивинода Тхакура, как Джава Дхарма, например, там очень простым и доступным языком описываются очень сложные вещи. И особенность языка Шрилы Бхактивинода Тхакура в том, что он очень прост и очень тяжел. То есть он прост и несет в себе великое значение. И то, как писал Шрила Прабхупад, его статьи, его книги не так просто понять можно. Только по милости Шрилы Прабхупады можно понять его писание. И вот однажды в Даке была выставка. И вот там Шрила Прабхупад, он писал описание иллюстрациям лил из Бхагаватам. Вот, например, была там такая иллюстрация Аджамилы. И вот они приехали в Даку, смотрели на эту выставку и смотрели. И вот даже люди там с двумя, с тремя высшими образованиями не всегда понимали то, что написано там, то, что написал Шрила Прабхупад. И Сунити Кумар Чадо Упадьяй, он был самым знаменитым университетом в Индии. Он работал в Калькутском университете, это был один из самых выдающихся университетов. И вот этот профессор, глава лингвистического департамента, когда он к нему попала Гауди Патрика, это журнал, который издавался Гауди Матхам, он открыл и восхитился красотой этого языка, и как, о том, как писал Шрила Прабхупад. И он написал письмо Шриле Прабхупаде, он сказал: «О, Прабхупад, пожалуйста, если вы что-то пишете, мы очень заинтересованы, но вас очень язык очень возвышенный, очень сложен для понимания, и поэтому прошу вас, напишите словарь еще, чтобы различные парибаши и прочие слова мы могли понять. Я долгое время думал, что я лучший из лингвистов, но когда я получил вашу патрику, я понял, что я ничего не знаю о языке. Я хочу изучать язык, этот язык больше от вас. Это то, как писал Шрила Прабхупад. И когда Шрила Бхакти Кумар Санта Госвами Махарадж, он пришел в Гауди Матх, то но Шрила Санта Махарадж, например, будучи в 10-летнем возрасте, он по милости Прабхупады, он понимал все, что писал Шрила Прабхупад. А у Шрилы Бхактивинода Тхакура стиль другой, очень простой, для, чтобы все понимали. Но очень глубокие вещи его книги в себе несут. Как, например, вот перед Шрилой Бхактивинодой Тхакуром кто-то спросил, что такое майя. Все говорят майя, но что такое четкое определение майя? Мы хотим знать об этом, и Шрила Бхактивинода Тхакура сказал: «Хорошо,
И вот он сказал на Бенгале, что вот эти слова. Вот он сказал так, но никто не понял. Переспросили, что. И вот Сварупшакти, Бхагаван, она изначально Шакти, и кроме Сварупшакти выглядит, что есть другая Шакти снаружи, но без существования внутренней Сварупшакти, та Шакти, которая не имеет существования, без нее она зовется Майя. И вот так Шрила Бхактивинода Тхакур сказал, что он хотел сказать, то, что Сварупшакти – это антаранга Шакти, это изначальная энергия Господа. И кроме нее есть внешняя энергия, проявляется, она является тенью той изначальной энергии. И если Сварупшакти не было бы той, не было бы ее тени, как мы, например, стоим перед, на солнце, и перед нами тень отбрасывается. Если бы нас не было той тени, то, соответственно, не было. Так и вот он дал определение Майе. Если вы будете изучать Джайва-дхарму, так много образованных людей есть, которые, да если они не вайшнавы, даже я прежде всего даю им Джайва-дхарму для прочтения. И во времена Шрилы Бхактивинода Тхакура был Банким Чандра Чадьяупадхьяй. Он был знаменитым этим писателем, тоже работал губернатором, и большинство людей думали, что этот Банким Чандра Чадьяупадхьяй и вот британцы считали его. The Scot is the Bunkin of England. I will say oppositely. So much proficiency. Ну, в общем, он был очень ученый, очень ученый. Говорили, что он даже подобен этому Оксфорду Индии. Как-то так. И вот он написал какое-то произведение о Ванде Матарам. Но все же он не мог сравниться с Шрилой Бхактивинода Тхакуром. Но несмотря на всю его ученость, все его искусство, знание санскрита и прочее, он не мог сравниться с Шрилой Бхактивинода Тхакуром. И вот однажды им нужно было поменяться этими офисами. That is called portfolio change in English. Portfolio change. To change portfolio, you need to stay with the old man. You coming here, so you have to show all previous paper, what procedure, what has been. В общем, по работе им нужно было обменяться постами, как работа вообще обменяться. То есть одного переводили на новое место, а другого снова на старое. И вот в то время Шрила Бхактивинода Тхакура, это было в Кришнанагаре. И Бхактивинода Тхакур хотел ему что-то сказать, но он был, этот Банким Чандра, этот Банким был очень горд и ничего не принял. Он также написал комментарий к Гите. Бхагавад-гита.
Но в Бхагавад-гите, кто только не писал комментарии, и Рада Кришна писал, и Ганди писал, и ну я тут заодно тоже написал. Но, Fraction of second, not fraction of second mean 1 second divided by 11. That much time is more than sufficient to change your whole life, give you bhakti in your life. Nama matto sadhu sandhistavu siddhi hoya. But thousands of years in your life, you stay with devotee. If you have false ego, you cannot come out successful. That is the condition. 7 days, only 7-10 days. И вот они были там в течение недели вместе, но поскольку этот Банким был очень горд, то он не смог принять учение Шрилы Бхактивинода Тхакура. И вот перед Бхактивинодом Тхакуром никто не мог понять. И Шрила Бхактивинода Тхакура хотел Виданта Бхашью все суждения Виданты, он изучил эту Говинда Бхашью и сконцентрировал эту Виданту Бхашью до Харинама Чинтамани. Если вы изучали Веданту, то вы изучали Харинама Чинтаману. Чинтамани, поймете, что там есть все, что описывается в Веданте, но в очень кратком виде. А мы настолько глупы, что не принимаем этого дара, который дал нам Шрила Бхактивинода Тхакура. Шрила Бхактивинода Тхакура был вынужден написать одну книгу «Бхагаватар Камаричимала». Гададхар Пандит явился к нему во сне и сказал, что ему нужно написать эту книгу, поскольку люди, они не могут изучать весь Бхагаватам, а в этой книге суть всего Бхагаватам. И тебе нужно разделить Самбанка, Абхида и Прайоджану. И вот и собрать это в одну небольшую книгу Бхагавата Камаричимала. Бхагаватам, оно подобно Солнцу, и какие-то лучи исходят из Солнца, если у нас есть способность принять эти лучи, поскольку бывает так, что вот Махарадж приводит пример, что лучи Солнца, хотя они как бы везде падают, но если взять лупу и сконцентрировать эти лучи в одном месте, то можно зажечь огонь. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура хотел дать нам Бхагаватар Камаричималу. Это прекрасную книгу, там описывается суть Бхагаватам по 7 категориям. И вот Харинам Чинтамани. Баджан Рахасия. Так много всего остального, и Шрила Бхактивинода Тхакура хотел дать нам. Он дал нам многие и многие книги. И вот в этой шлоке говорится, что
Госвами, которые спахтали океан Писания, они дали, извлекли нам суть и преподнесли ее нам. И... А почему Бхактина такого говорится Намадам, хотя имя Верховного Господа, оно вечно существовало. А Шрила Бхактина такого дал нам путь, как он показал нам путь, как нужно совершать харинам. В Баджанаракасии там все это описывается, и в Харинамачинтамане, то, как повторять харинам, чтобы достичь успеха в его воспевании. Мы не можем повторять святые имена своей собственной силой. Мы должны по милости харинама мы можем воспевать его. Если харинам, он прольет на нас свою милость, только тогда и тогда мы можем воспевать харинам. Харинам, он самосияющий. Мы можем совершать харинам, совершать киртан. Это наше ложное эго. Если киртан явится в нашем сердце по милости Бхактивинода Такура, то тогда мы можем совершать эти киртаны. По милости Нарутам Такура, все киртаны, суть Писания, весь Рупануга Баджан в киртанах Шрилы Бхактивинода Такура, весь Рупануга Баджан в Према Бхакти Чандрике, он содержится в сжатом виде. Очень глубокое значение имеют его книги, но, к сожалению, некоторые теряют веру в нашу Гурваргу. Я могу привести пример, как доказать, что мы по-настоящему преданы и следуем нашему Гурудеву. Наши Гурварги, по милости Джаганнатха, Бабаджи Махараджа, Шрила Прабхупад был вынужден написать вайшнавский календарь. И вот 12 этих месяцев. Шрила Прабхупад составил календарь, и он установил Вишудха Сурья Сиддханту. Однажды Шрила Бхактивинода Такур сказал, что если Пьем Бхакчи такой, он ученик Шрилы Прабхупады, он составлял календари даже до сегодняшнего дня, и все ученые, они... Шрила Прабхупад, он составил календарь на 100 лет вперед, и сегодняшние ученые, они следуют этому календарю. Бхактивинода Такур, он тоже был астрологом, великим астрологом в... В возрасте 10 лет я слышал от Гурварги, что просто в возрасте 10 лет Бхактивинода Такур, он был настолько сведущ в астрономии. Шрила Прабхупад, он никогда считал Бхактивинода Такура своим отцом. Я никогда не говорил так. Вы никогда не найдете таких слов, чтобы я говорил, что Бхактивинода Такур, он сын. То есть, что Бхактивинода Такур отец Шрилы Прабхупады, и тот его сын, соответственно. Они в их жизнеописании никогда не найти таких слов. Шрила Кешава Госвами Махарадж говорил, что Шрила Прабхупад мог видеть Радхарани внутри Шрилы Бхактивинода Такура. Шрила Прабхупад, он сам говорил, что когда я вижу Шрилу Бхактивинода Такура, я вижу саму Радхарани, это зовется даршаном. А материальные люди, которые видят их как сына и отца, это просто какой-то материальный взгляд.
И Шрила Бхактивинода Тхакур, он сказал, что ему нужно следовать вот так и так, и Шрила Прабхупада, он следовал всю свою жизнь. Гуру Махарадж однажды сказал мне, он спросил меня, что, знаешь, что это такое? Я сказал, да, это ваша саньяс данда. Саньяса значит, это полное самопредание, полное, мы должны полностью следовать словам Гурудева на 100%, без аргументов, без споров. Ачинтья таттва, ее нельзя понять с помощью логики, это невозможно. И Шрила Бхактивинода Тхакур, если что-то сказал Шрила Прабхупаде, Шрила Прабхупад, он следовал этому всю оставшуюся жизнь. И однажды Шрила Прабхупад, когда ему было 10 лет, один человек пришел, что-то сказал, очень пожилой человек спросил: «О, мой сын, вы астрологию немного знаете, можете ли сказать, когда я умру? Что там звезды говорят?» Шрила Прабхупада узнал, спросил, когда он родился. Он сказал: «Ну сейчас, подожди, посчитаю». И вот ему в возрасте 10 лет он посчитал и сказал: «Вот в том году, в том месяце и в ту неделю, вот в тот день и вот в это время, до минуты, секунды и даже части секунды он предсказал, когда тот умрет». И Бхактивинода Тхакур, он узнал об этом, что Шрила Прабхупада, что Бимала Прасад, он предсказал кому-то, то, когда он умрет, и Шрила Бхактивинода Тхакур сказал, что никогда не делай этого больше. «Почему ты сказал ему, что он умрет тогда?» Но он спросил меня: «Нет, не нужно этого говорить. Он потеряет свою энергию. Он должен какое-то служение совершить, что-то сделать, а сейчас будет думать о том, что скоро умрет и ничего делать не будет. Поэтому не надо никому говорить это». И с тех пор Шрила Прабхупада, он не перестал заниматься астрологией. Был такой ученый Притирад Шарма, Шрила Бимал Прасад Сарасвати, он изучал веды от него. So this way actually, Bhaktivinoda Thakur used to speak in Calcutta University Hall in front of all big professors. Но потом Шрила Прабхупад, он оставил изучение веды от этого профессора, поскольку тот не... поскольку он понял, что Бхакти не получит, просто изучая веды. И вот старший брат Рабиндранатха Тагура, он был близким другом Шрила Бхактивинода Тхакура. И сегодня день ухода Шрилы Бхактивинода Тхакура. К сожалению, времени мало, чтобы подробно сказать о его славе. Сегодня также день ухода Гададхара Пандита. И это значит, что Гададхар Пандит, он Радхарани. Шрила Прабхупад говорил, что я могу видеть Радхарани в Бхактивинода Тхакуре. Бхактивинода Тхакур
Он дал нам великое наследие, и в итоге, в конце своей жизни, он оставил свою работу губернатором, принял ванапрастху, и после этого Бхактивинода Тхакур, он жил в Сурабхи-кунже. И оттуда Шрила Бхактивинода Тхакур он обнаружил, открыл Майяпур. Ночью он всегда повторял харинам, смотрел на реку Сарасвати ночью. И Бхактивинода Тхакур однажды увидел сияние, какое-то огромное сияние с той стороны Сарасвати. Что это? Он не мог понять, откуда оттуда столько света. И потом он на следующий день пересек реку, пошел туда и смотрит, ничего нету, одни джунгли. И он спросил, что там происходит. Они говорят, не знаю, тут какая-то ерунда происходит, мы тут сажаем все подряд, а одни тулоси растут. То есть, если сажаем картошку, то тулоси растут, сажаем там еще что-то, опять тулоси растут, и кроме тулоси тут ничего не растет. То есть, очень такое особое место, и Шрила Бхактивинода Тхакур понял, что это особое место, и вот день за днем он смотрел, откуда точно сияние исходит. Огромное сияние ночью исходило с того места, и Шрила Бхактивинода Тхакур, он понял, впоследствии понял, что это, он нашел то конкретное место явления Гуранги Махапрабху. Несомненно, это место, поскольку через харинам, повторяю, настоящий харинам, если вы получите ответ на любую сиддханту, на любой вопрос, то это будет совершенным ответом. А своими собственными усилиями, собственным размышлением, если мы будем думать так или иначе, то нет гарантии. Но если мы воспеваем харинам, и нам придет ответ, то тогда это будет несомненно то, что есть. Как Шрила Бхактивинода Тхакур, он воспевал харинам и смог обнаружить место явления Шрилы Бхактивинода Тхакура, и Джаганнатдас Бабаджи Махарадж, он также подтвердил, что это место явления Шримана Махапрабху. Когда его привезли, он пришел с Вриндавана, его привезли туда, на то место, он начал прыгать. Ему было 105 лет, а он так высоко прыгал от радости. И Джаганнатдас Бабаджи Махарадж сказал, что это место явления Гуранги Махапрабху. Шрила Бхактивинода Тхакур был уверен уже, что это место, и Джаганнатдас Бабаджи Махарадж, он подтвердил это. И после того, как Бхактивинода Тхакур, он вышел на пенсию, он хотел отправиться в Вриндаван, но последнее у него было, ну, нужно было документы оформить для выхода на пенсию, ему нужно было в Таракешу съездить на по работе. И вот там Харихар Махадев, Шанкар Бхагаван, явился к нему во сне и сказал, зачем ты едешь во Вриндаван? Ты не знаешь, что здесь скрытый Вриндаван, сокровенный Вриндаван, кто будет исполнять это служение? Ты должен проповедовать, ты должен проявить Майяпур, это Говардхама Навадвипа, ты куда-то уезжаешь, чтобы отдыхать во Вриндаване. Не нужно, оставайся здесь, слушай Навадвипе. И вот Таракешва сказал так, и Бхактивинода Тхакур решил остаться. И с тех пор ну, Бхактивинода Тхакур, он был раньше во Вриндаване, он там купил какую-то землю, построил ашрам рядом с Радакундой, но Махадев впоследствии явился ему и сказал, что ехать во Вриндаван ему не следует. И тогда потом
Бхактивинода Тхакура решил никуда не уезжать, чтобы совершать служение этой даме. И после этого Бхактивинода Тхакура с различных писаний, Пуран и прочих, он изучал, как все Госвами, они открыли заново многие места лил Шри Кришны, они их опять установили, открыли Санатана Рупа Джива Госвами, Лакханат Госвами, они этим занимались. Они искали согласно писаниям, где какие лилы случались, они обнаружили эти места, и там их облагораживали. А Радха Кунда Шьямакунда, она открыта была заново Гуранга Махапрабху, поскольку никто не знал, был просто какое-то поле. Когда они пришли туда, спрашивали, где же тут Радха Кунда Шьямакунда, местные не знали, и Махапрабху пошел. И он там обнаружил эти Радха Кунду и Шьямакунду. И потом Рагхунатха с Госвами это все облагородили, сделали это в таком виде, в каком сейчас это находится. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура решил никуда не уезжать, а служить Говардхане. И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакура, он говорит о нем как Надия Пракаш. Что значит Надия Пракаш? Есть такой журнал Надия Пракаш, назывался, но никто не знает, кто такой настоящий Надия Пракаш. Бхактивинода Тхакура Надия Пракаш. Он тот, кто проявил, явил мистерию Гауди Гурадамы. Пракаш значит открыть. Пракаш значит буквально открыть. То есть он открыл Гурадаму заново для нас, что это Риту Дивджахну Двип, это Радха Кунда, это то, мы где находимся. Ишудьян? Вот он там, где Бхактивинода Тхакура, это Нандаграм Гудрума. И Бхактивинода Тхакура таким образом служит Гурадаме полностью всем своим сердцем. Он совершал служение. И Саджана Тошани и прочие произведения были опубликованы еще до Гауди. Там большинство то, что написал Бхактивинода Тхакура. Подобно тому, он писал так, подобно сам Гуранга Махапрабху, пребывая в его сердце, я даже могу сказать, что не как будто, а так и было. Шриман Махапрабху находился в сердце Бхактивинода Тхакура и писал эти Саджана Тошани и прочие книги, статьи. И в последнее, перед уходом, Шрила Бхактивинода Тхакура дал наставление Шриле Прабхупаде, что это твоя особая обязанность. Он сказал Шриле Прабхупаде: «О, мой Прабху, это твое особое служение установить Варнашаму Дхарму, установить заново Варнашаму Дхарму, начать Дхамма Парикраму под руководством Нитьянанды. Ты должен совершать это. Ты должен установить чистую сиданту, бхакти сиданту. Это твоя особая обязанность. Ты должен делать это. Поскольку Дхамма Парикрама, если вы совершаете Дхамма Парикраму под руководством чистого вайшнава, то
это служение, эта парикрама, она несравненна. Даже если какие-то слепые и глухие люди совершают дам-парикраму под руководством чистого вайшнава, то они обретут огромную милость. И если мы совершаем дам-парикраму, осознанно или неосознанно, то мы обретем милость. И поэтому Джагай Матхай, когда они по милости Нитинанды обрели полную милость Гуранги, но все же тем временем Джагай Матхай, они были очень разумны, они пошли к Махапрабху и спросили, как мы можем знать, что ты простил нас полностью. Я простил. Нет, если ты дашь нам служение, тогда мы можем понять, что ты нас простил. И все тоже могут понять, что ты нас простил. И тогда, с тех пор, они совершали служение на Джагай Матхай Гати, они подметали этот гад. Всю свою жизнь они беспокоили преданных, разбойничали, но сейчас они начали очищать дхамму, подметать и помогать преданным. Многие преданные приходили совершать омовение там, и они всем, кто приходили, они приносили им свои полные распростертые поклоны, просили прощения. И вот таким образом все преданные, которые приходили, они кланялись им и просили прощения, и просили благословения, чтобы обрести бхакти. И вот Джагай Матхай, они приняли такое служение очищения дхаммы. И вот также, если мы будем служить дхамме, если у нас нет вайшнава аппарата, если мы не оскорбляли никаких вайшнавов, то тогда мы, несомненно, обретем бхакти. Если мы будем очищать дхамму, то обретем огромное благо во Вриндаване. Много преданных, их секрет баджана я узнал от Гуру Махараджа, наши Гуру Варга. Гурваги, у них такой баджан, что они преданы во Вриндаване, они просто просят манматхукари, повторяют харинам перед Туласи и подметают дхамму. И таким образом, просто таким простым служением, очищая, подметая дхамму, они получают даршан Рады Говинды. И вот так они ходят с вениками и подметают. Это их такой баджан, такая сева. И через это служение они обретают милость. Поскольку если Нитянанда, дама это Нитянанда. И вот таким образом о Бхактивинода Такуре говорится, что говорится. Намо вот эти слова говорятся. В этой шлоке говорится с определения Шрилы Бхактивинода Такура. Кто такой Бхактивинода Такур, в каком положении он находится. И мы, будучи в Майе, как мы можем осознать величие Бхактивинода Такура? Только по милости Шрилы Бхактивинода Такура мы можем понять его. И он, Шрила Бхактивинода Такура, до самого последнего момента своей жизни, он давал нам наставления, учения. И Шрила Прабхупад, он принимал его слова и говорил, что ваша милость – это… По вашей милости я могу сделать все, что вы хотите. И однажды Шрила Бхактивинода Такур, он явил лилу, лилу болезни. Он сидел в одном месте, повторял харинам и с закрытыми глазами.
Шрила Бхактивинода Тхакура даже не открывал глаза. У него был один сева Кришнадас Баба, не наш Кришнадас Баба, а другой. Кришнадас Баба, он был севаком Шрила Бхактивинода Тхакура, он в возрасте 48 лет оставил тело, в молодом возрасте достаточно, и он служил Бхактивинода Тхакура. Раньше Бхактивинода Тхакура объяснял Бхагаватам перед двумя преданными всего, вот перед Гоу Кишордас Бабаджи Махараджем и этим Кришнадас Бабой. И вот на Гадруме discussing something with Bhaktivinoda Thakur and bring bhajan that side. And Bhaktivinoda used to read Bhagavatam. И вот в том месте, в этой Свананда, ну, где был дом Бхактивинода Тхакура, на Гадруме, это зовется Свананда. Сурабхи Кунджа, по-моему. И вот там это происходило. И вот там Шрила Бхактивинода Тхакура, он говорил, объяснял Бхагаватам перед двумя преданными всего. И сейчас весь мир он принимает учение от Шрила Бхактивинода Тхакура. Шрила Бхактивинода Тхакура, он... И вот там он объяснял Бхагаватам, и Гоу Кишордас Бабаджи Махарадж являл различные лилы перед ним. Но я об этом в следующий раз расскажу. И вот он явил там лилу болезни, сидел в одном месте, воспевал харинам, и все служение совершал Кришнадас Бабаджи Махарадж, его ученик. И Шрила Бхактивинода Тхакура он пил только немного молока, несколько раз в день, и ничто иного. И там он установил Гургададхара Виграху. У нас был там небольшая алтарная, и там он памятовал Аштакалилу, Горы Лилу и Кришна Лилу. Если кто-то приходил к нему встретиться, Кришнадас Бабаджи Махарадж спрашивал, кто такой, откуда, зачем приехал, если какой-то по какому-то делу приехали от Бимала Прасада или еще от кого-то, то он шел к Шрила Бхактивинода Тхакуру с сложенными ладонями, он говорил: «О, Тхакур!» Он пытался его как-то привести в этот мир, поскольку он был в таком состоянии, подобном самадхи, и он сказал, что вот от Бимала Прасада кто-то пришел к вам. Если Бхактивинода Тхакура позволял им прийти, они приходили, а если нет, то нет, соответственно. И вот есть также пример Бхакти Кевал Аудаломи Махараджа. Он видел Бхактивинода Тхакура в то время, он пришел к нему в комнату, он повторил харинам, и он описывает, что я почувствовал какое-то особое чувство, как будто я во Вриндаване с Радхой Кришной. Но Бхактивинода Тхакура был там. И через какое-то время он открыл свои глаза вот так вот руками, поскольку его
глаза всегда закрыты были, он посмотрел на меня. И тот взгляд, я никогда не чувствовал такого чувства, я никогда не могу забыть этого, подобно тому, как он рентгеном смотрел на мое сердце. И через какое-то время я спросил, поклонился, спросил несколько вопросов, он опять закрыл глаза. Но когда Шрила Прабхупада приходил, Бимала Прасад, то тогда Бхактивинода Тхакур, он То есть Бхактивинода Тхакур, когда Шрила Прабхупада приходил, он выходил из такого состояния самадхи сам. И вот однажды он сказал Шри Прабхупаде, что никто не понимает значения варнашрама. И вот там в Миднапуре, в Балигае, там тебе нужно поехать туда, там великое собрание браманов и вайшнавов, множество великих ученых приезжает туда. А что делать? Вот, я болен, я не могу туда ехать, ты должен ехать туда и утвердить Дайва Варнашаму и научно доказать все ее положение. Там множество смарт, которые опровергают этого Дайва Варнашаму, но это твоя обязанность утвердить ее. И Гуранга Махапрабху благословит тебя. И вот Бимала Прасад Сарасвати поклонился и сказал, что если вы благословите мне, дадите мне силу, то я смогу. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура поместил свою руку ему на голову и сказал, что это я благословляю тебя, подобно тому, как Вишванатха Чакравати Пат, он доказал, что Гауди Веданта, она уже находится в Бхагаватам, но эти бандиты не могли принять, и Баладев Видьябхушан, он был вынужден ехать в Джайпур, и там, по милости Говинды, Баладев Видьябхушан написал. Написал Говинда Бхашья. Под руководством Говинды я видел этот манускрипт. И вот этот, он был написан за сутки, за ночь точнее. И вот Баладев Видьябхушан, он просил три дня, чтобы написать Говинда Бхашью. И вот он написал, и перед всем собранием он сказал, что у нас есть, вот она, Гауди Веданта. И вот Бимала Прасад отправился в Балигай, в Миднапур, и по милости Бхактивинода Тхакура, он 7 дней говорил о Дайва Варнашраме. Кто такой браман? Кто такой вайшнав? Как можно оскорблять вайшнавов, говоря, что они не браманы, поскольку внутри вайшнавизм, браманизм уже находится, подобно тому, как в 100-рублевой банкноте и 10 содержится, и одна. И также в вайшнавизме браманизм уже автоматически есть. Вайшнавизм, он наивысший. Далее, даже и бывает, что какие-то животные, они обретают бхакти, это особый случай. В Айодхе, например, одна обезьяна, Хануман, каждый день ходила слушать Рамайна Катху. Там какой-то Сидда Махатма читал Рамайну, и эта обезьяна каждый день приходила и слушала его Харикатху. И потом эта обезьяна, когда оставила тело тысячи вайшнавов, они совершили процессию, неся тело этой обезьяны, и пели Рамнам Сатяхи.
и тысячи людей пришли, чтобы принять прасад. И также случай был со слоном, с Расикананда Прабху. Он смог изменить сердце этого слона. Его звали Гопалдас в прошлом, и он из-за своего оскорбления стал слоном, очень опасным слоном, сумасшедшим слоном. И этот царь, он хотел убить Расикананду. И этого слона царь натравил царя на Расикананду, и этот слон, когда подошел к нему, то Расикананда показал ему руку и сказал, что как долго ты будешь являть свое сумасшествие, повторяя Харинам, святые имена. И слон опустился к нему на колени, и вот этот слон, стал на колени, поставил ухо к Расикананде, Расикананда дал ему Харинам. И этот слон стал вайшнавом. Он выполнял различные служения, приносил дрова, рис, пшеницу, масло и прочее. Он просто брал откуда-то и приносил, кто слону скажет, что нельзя. И вот так до последнего момента своей жизни он совершал вайшнава сева. И вот Кришна Бхакти мы можем обрести. Джатаю, как он мог обрести Бхакти? И поэтому Бхакти он так говорит, как это возможно. Что Вритрасу он стал преданным, он вроде в Тама Раджагуне находится. Но бхакти – это естественное состояние души. Оно не находится с телом и умом, оно в душе. И поэтому Вритрасу он был преданным. Индра не знал, как он же демон, как это он стал таким преданным. Индра Сваргарадж, царь небес. Райских планет, точнее, как ты демон, а как ты говоришь о преданности. И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в Киртане. Это не столь важно. И вот согласно моим действиям я могу родиться как птица или как животное. Это не столь важно. Я хочу обрести бхакти, неважно, где бы я ни родился, я хочу быть преданным. О Прабху, пожалуйста, о Господь, пожалуйста, организуй так. И это моя молитва к вам. Шрила Бхактивинода Тхакур, он дает наставление, и Шрила Прабхупад, по милости Бхактивинода Тхакур, он приехал на это великое собрание, и о том, кто такой Брахман и Вайшнав. И вот многие ученые они приехали. И президентом этого собрания был Вишвамарананда Девгасвами, он в Шемананда Паривари находился. И Шрила Прабхупад был вынужден сказать, что я всю свою жизнь путешествую от Гималаев до Аравийского моря. Я никогда не видел такого сведущего человека в Шадсандарпа, настолько у вас уникальная память, уникальные знания. Он был президентом, и вот он президентом был этого собрания, и вот на этом собрании он дал он сказал, что вот Бимала Прасад Сарасвати, вы должны говорить в течение 7 дней о превосходстве вайшнавов над брахманами.
chair is sitting, and Baba sitting for seven. All different documents from Mahabharata. И вот он говорил, приводил различные свидетельства из Рамаяны, Махабхараты, Пуран и прочих писаний. Относительно Дживататвы я также приведу примеры, то, что сказал этот Вишамбарананда Девгасвами. И вот вы можете все сандарбхи, суть всех сандарб там описывается. Но Махарадж составляет вот Дживататви статью. Книгу, да, и сейчас эта книга «Брахман и Вайшнава», она опубликована. Мы не можем спорить с Шрилой Прабхупадой. Шрила Прабхупада был успешен в доказании этого превосходства вайшнавов над брахманами. И вот по указанию Шрилы Прабхупады он... по указанию Шрилы Бхакти, он такой, он заново установил, что такое, утвердил Дева Варнашрама, что такое Дева Варнашрама, если нет представления о том, что такое Дева Варнашрама, мы будем как в этом, в Кичере, в Каше, в обществе не будет никакой системы разделения, категоризации, и мы должны понять, что такое Дева Варнашрама. Поскольку если под именем Дева Варнашрама мы будем заниматься какой-то ерундой, то ничего хорошего не получится. И общество, которое Кришна разделил на четыре варны и ашрама, оно не будет существовать. И вот первый ашрам — это саньяса, отреченный. То есть я говорил вот о саньяса ашраме и брамачари ашраме вчера, в предыдущий день точнее. И вот Бхактивинода Тхакур оставил тело, сегодня день его ухода, сегодня день титхи этого полуночного календаря, в смысле, сегодня день ухода Шрилы Бхактивинода Тхакур вместе с Ашари. В 1940 году, в предыдущий день Гундича Марджаны, Шрила Бхактивинода Тхакур и Гададхар Пандита не оставили свое тело в этот день. И мы вечно благодарны этим махаджанам, великим душам. Мы никогда не сможем отплатить за то сокровище, которое они даровали нам. Даже за тысячи рождений мы не можем отплатить им за их дар. Мы только можем выразить нашу благодарность их лотосным стопам, Шрила Бхактивинода Тхакур, личный спутник Шри Махапрабху, и мы вечно благодарны ему. И мы должны изучать их наставления. Это последнее наставление Шрилы Прабхупады. Бхактивинода Тхакур, он дал нам все с начала до конца. Единственное, что мы должны делать, это иметь терпение и следовать чистым гуру Вайшнавам. И те, кто следует Бхактивинода Тхакур, и мы должны следовать ему под их руководством и прогрессировать на пути бхакти. Мы не должны пытаться терять свое время, ездя здесь и там. Мы должны совершать киртан. Если нам нужно бхакти, мы должны совершать бхакти, и мы обретем все. И после того, как мы... И вот, когда Шрила Бхактивинода Тхакур был болен, какие-то родственники приходили к нему, и что-то надо было... И повезли его в Калькутту зачем-то, в Амбаган, и некоторые Пашанди, демоны, потом говорят, что Бхактивинода Тхакур отречение принял, зачем он в Амбаган опять поехал. Но никто не знает, что это не Амбаган. Бхактивинода Тхакура можно куда угодно отвезти, но это будет Вриндаван для него. Но будьте уверены, что это... Там, где находится Бхактивинода Тхакур, он во Вриндаване. Его
ни в Рамбаган, ни в Рамбаган нет, нет, нет Василия, и он там не был, он находится во Вриндаване всегда. Даже Гадхавигаху кто-то забрал, но потом, по милости Бхактивинода Такура, Шрила Прабхупад опять установил Гадхара Виграху. А у меня вот фотография осталась, то изначальной Виграхи вот такого размера. Она очень прекрасная, если увидите ее, вы будете плакать. И Бхактивинода Такура совершает свой баджан, он чувствовал, что сам Гадхара находится там. Но какие-то люди забрали Виграху, и они всегда были против Шрилы Прабхупады. Очень такой, поскольку Шрила Прабхупада всегда говорил о чистой сиддханте, то какие-то люди, они не были с ним согласны. Хотя внешне можно видеть, что Шрила Прабхупад оставил тело в Калькутте, но нет, Шрила Прабхупад, он оставил тело во Вриндаване, и Бхактивинода Такура также. Они вечные спутники Гуранги Махапрабху, и в то же самое время они Камала Манджари. Шрила Бхактивинода Такура, он описывает свои чувства. И вот он говорит такие слова. Шева, Джугала Чарна Сев, Джугала Чарна Шокшо Шев, Шева Лава Сая Асоу, Дисро. И вот Шрила Бхактивинода Такура говорит о своем чувстве. Суро Сварит Боганте, Гопуне Гоуру Тирте, Васати Суро Викунье Бхакти Пургам Винадаха, That Винод Сити Бхакти. Суро сарид упаканте годруме гоуру тирте басати суровикунье бхакти пурвам винадаха джугала чарана сева шокшо лава саясоу брджо расо расикая пада падмастрая атро. Very nice look. The last feeling of Srila Bhakti Vinod Thakur. So, actually, today is the disappearance of Bhaktivinoda Thakura. Вот сегодня день ухода Шрилы Бхактивинода Такура. Если мы будем молиться Шрилы Бхактивинода Такура, то будьте уверены, наша материя самскара, она пропадет. Это мистерия явления и ухода различных чистых вайшнавов. Это сокровенная мистерия того, что мы можем плакать о наших детях, мужьях, женах, материальных родственниках или каких-то мирских потерях или приобретениях, но если мы не плачем о Шрили Бхактивинода Такуре, Шрили Прабхупаде, это секрет Рупануга Баджана, мы должны пытаться узнать, мы должны плакать. Если мы будем плакать о Шрили Бхактивинода Такуре, то мы обретем огромную милость, поскольку наша плач, наша разлука, это секрет, суть Рупануга Баджана, это всегда плач в разлуке, чувство разлуки. Рупануга Баджана – это не постоянная радость, это разлука. И вот если какие-то вопросы можно спросить. Махарадж говорит, что если мы не совершаем баджан, то вопросов у нас нету. Подобно тому, как в школе приличные ученики сидят сначала и спрашивают,
But still you are going to leave us. Are Bodhisattva Gaujima took Diksha from his guru. Actually, после Гурукшота с Бхагаваджи Васадка дикшу получил. У нас наша Гуру Парампара, у нас Бхагават Гуру Парампара. У нас очень научно все. Шрила Прабхупада говорит, вот в этом киртане говорится, что у нас половина Гуру Парампары, а половина мантра Парампара. То есть половина мантра парампара, половина Бхагават парампара. А Бхагават парампара, она более научная, поэтому говорится, что хотя Гуркшрадас Бабаджи Махарадж получил мантру от другого преданного, но все же считается, что его гуру Шрила Бхактивинода Тхакура, предыдущий гуру. Я написал книгу на эту тему 10 лет назад на Бенгале, но будет переведена впоследствии и заново опубликована. И там все будет очень подробно описано на эту тему. The only procedure. И вот как прогрессировать на пути духовного пути. Вот Махарадж говорит, единственный путь, мы должны изучить то, что даст нам полную защиту, то, что такое сатсанга, что такое асатсанга. Между ними очень тонкая грань. Далеко не всегда можно понять это различие, только по милости Гуру Вайшнавов можно понять, и тогда по их милости в вашем сердце появится такой радар, детектор, который может определить, что такое сатсанга и что такое асатсанга. И вначале пытайтесь это чувство взрастить, и тогда никто не сможет вас одурачить. И сатсанга, вы должны всегда совершать сатсангу, не так, что раз в году, на несколько дней, нет. Мы должны всегда слушать харикатху, как нам нужно готовить, то делать, пятое, десятое, нет, но все равно нужно слушать харикатху. Что я делаю? Я вот вспоминаю то, что говорил Гурудев, делая какие-то другие вещи. И вам нужно развить это чувство, эту технику. Вот, говорится в этой шлоке, что тот, кто преданный Кришне, он очень умен и хитер. Шрила Бхактивинода Свами Махарадж, он был очень умен, и даже если какие-то бесполезные люди приходили, он все равно занимал их в служении в Кришна-бхаджане. И вот мы должны всегда совершать сатсангу, непрерывная сатсанга, и в то же самое время мы должны понять, что такое сатсанга и асатсанга. Даже что-то может, какая-то сатсанга, она часто может быть под видом сатсанги, и это главная опасность в нашей жизни. И когда вы воспеваете харинам, сначала повторите панчататву мантру. Если идеально, если вы повторяете, начинайте свой баджан в 3:30 утра. И после того, как вы повторили панчататву мантру, воспеваете харинам махамантру. И когда вы воспеваете святые имена, нужно думать о Верховном Господе, о Гурудеве, иногда нашу мощь. Также путешествовать по различным местам лил Шичитани Махапрабху.
и Кришна. If sometimes a material thing, America coming in Ceremon, then gone. Everything finished. Australia coming. Russia coming, then finished. All everything gone. Like Kampo. Be careful. All the time continuous. There shouldn't be anything. Any ugly picture, any thing. No tension. Those are bush now? They have no tension. If you look at the eyes, they can feel their calm and quiet. No burning. They always feel we are very happy. Bhakti mean happy? Bhakti means happiness. Bhakti,